Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. У нас сейчас 20 июля. Идет у нас главный взяток. Пчелы прям так активно с самого утра, наверное, с 8 часов вылетают в поле и несут нектар целый день. Если дождика нету, то целый день они до, наверное, 8-9 часов летают. Труженицы вот собирают нектар. Вот когда они летят, такие тяжеленькие, они прям падают так на доску, значит, хорошо выделяется нектар. А иногда такие шустренькие, значит, не очень. Вот как-то средненько так несут, вроде бы. Дождей у нас нету, поэтому нектара, может быть, не такое большое количество выделяется. Очень хорошо, когда дождь проходит вечером, например, или же ночью, а утром тепло, и тогда хорошо выделяется нектар. Ну и, конечно, нектар, именно его выделение, зависит от температуры. У разных растений разная температура им необходима, чтобы хорошо выделялся нектар. У кого-то от там 16, наверное, градусов, кого-то 24. То есть все это очень-очень такое вот зависимое от тех или иных погодных именно условий. Ветер также плохо выделяется нектар. А вот когда такая ясная солнечная погодка, с дождиком, например, вечером или ночью, то тогда нектар, конечно, хорошо выделяется. Вот так вот они целый день работают. И наш рой, вот этот, который мы садили еще в мае месяце, теперь он полностью заставлен рамками. Ну же, здесь и молодая пчела выходит. Ну, тоже он так активненько летает за взятком. Некоторые пчелки несут только мед, некоторые несут и мед, и пергу, а некоторые, наоборот, только пергу. То есть у них тоже разделение такое. Когда в семье не хватает перги, то пчелки больше несут пергу. Это у нас весна, когда, ну, конечно, в июне месяце, а сейчас, когда семья уже запасается кормами на зиму, то больше несут мед именно. Труднее сейчас стало, как-то немножко поменьше. В этом году рано начали пчелы выгонять трутней. Но все равно некоторые еще вот летают. В этом году мало роилось семей. Вообще только, получается, одна семейка всего и роилась-то. Хотя очень жаркий май был. Но затем в июне целый месяц стояла очень плохая погода. Ночами было всего плюс 2, холодно. И как бы семьи не захотели роиться. Как бы зато теперь они, у них достаточное количество рабочей пчелы, чтобы плодотворно работать на сборе меда. Вот из этого домика выходил рой. Вот уже матка огуляла здесь. Наверное, с месяц назад она уже огулялась. И сейчас пчелки уже собирают очень хорошо мед. Пчела уже начинает выпариваться, молодая. И семейка как бы восстановила свою именно рабочую силу. Именно улей после роения, он очень хорошо собирает мед. Потому как матка долгое время все-таки она не сеет. Пока гуляется, матка молодая. И вот они хорошо именно работают на сборе меда. Ну и происходит, конечно, обновление матки. Именно молодая матка у них появляется. Ну, даже можно заметить, что он активнее многих других летает. Выбегают, вот видите, прилетают. Но здесь даже пчелки как-то побольше несут. Тяжеленькие они такие падают.
падают, как капли меда. Значит, выделяется все-таки неплохо нектар. Сейчас цветет осот, цветет донник, клевер белый, наверное, уже процветает, ну и другие различные растения. Именно самый пик взятка. И вечерами стоит прям такой, очень такой приятный аромат на пасеке. Запах будущего меда. Ну, для настоящего уже они. Каждый день они очень так активно дуют, выгоняют влагу из нектара. В нектаре много влаги они приносят. И чтобы переработать его в мед, они выгоняют вот эту лишнюю влагу. И нектар у нас загустевает, превращается в мед. И, конечно, за период именно главного взятка очень много пчелы изнашивается. Пчелки где-то, наверное, всего 30-40 дней живут, так как они очень сильно работают, изнашиваются, и продолжительность их жизни, ну, такая, можно сказать, короткая. И зарабатываются все. Ну и семья, в общем, живет за счет именно того расплода, который вот сейчас семейка эта, матка, засеивает. И закладывается будущее поколение пчелы. А уже это поколение будет выращивать то поколение, которое у нас уйдет в зиму. В общем, у них такая сложная у них жизнь. Ну, тоже здесь активненько они летят, прям так несут и дуют. И сторожат они здесь стоят. И сторожа у них, которые именно охраняют леток от чужих пчел. Пропускают они только своих. У них свой запах у каждой семьи. Свой запах. Пчела прилетает, если чужая, они ее, конечно, почувствуют. И сразу на нее набросятся, чтобы не пропустить ее к своим запасам. Очень у них все организовано. И очень, конечно, они любят вот эти вот верхние круглые литки. Нравятся они им. У нас не во всех домиках есть они. Вот у некоторых есть, некоторых нету. У некоторых более широкий именно нижний литок. Ну, вот, а вот этот верхний они просто обожают. Именно те семьи, у которых он есть. Спешат они, спешат, вылетают и быстрее за сбором пищи. Ну, вот как капельки меда они капают. Раз, упало, тяжело ей. Хорошо, когда вот есть прилетные доски. Вот по ним они, видите, как бегут в домик. И малина сейчас уже процвела. С малины они собирали нектар. А затем уже будет летать и по различным. Когда уже закончится взяток, они будут летать по садам. Где какие цветы цветут, с них будет что-то собирать. А пока в поле цветет различная растительность, они собирают вот
из поля. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.